Посмотрите, что у нас тут. Нам поставили дверь входную. Так она выглядит. Не знаю, правда, открыта она. Да, открыта. Замок. Здесь она у нас, по-моему, белая. Да, мы заказывали. Выбирали, вернее. Можно было выбрать. Выбрали вот такую белую. Мы решили, что у нас такой светлый будет интерьер и подойдет. Хотите заглянуть в мой глазок? Ладно, ничего не видно. Подойдет нам вот такая белая. Ну и все, по-моему, больше ничего здесь пока не изменилось. Сейчас, потому что у нас уже... Сейчас у нас все готово, собственно, по коробке. Необходимо сейчас сделать сантехнику, электрику, выводы электрики, а потом сантехнику. Но мы пока не делаем, ждем. Ну, сегодня мы сейчас согласуем. Ну и в понедельник уже должны доделать. И мы тогда отправим. И все, и займутся здесь всегда электрикой. Так, друзья, привет. У нас тут отличные новости. У нас первое вообще, что мы сюда приехали. Необходимо нам сделать канализацию. Про это сейчас чуть позже скажу. Но так она будет здесь проходить, где, помните, у меня стояла бытовка, контейнер для строителей, для рабочих. Занимал здесь очень неудобное положение. Вот здесь он прям был на границе проходил. Вот видите, где колышек, это и есть граница участка. Мы здесь ни забор не могли поставить, ничего сделать. И, в общем, наконец-то, ура, нам ее переставили. Прораб наш сегодня это сделал. Он вчера еще звонил, сказал, что посмотрит, можно ли это делать. И вот, как мы видим, удачно все поставили. И теперь у нас здесь свободно, и мы можем наконец-то делать забор. Пока что мы его сделаем только вот здесь, только так. Но там посмотрим. Так, дальше. Что вообще приехали? Про канализацию. Долгая история, я уже рассказывала. С этой канализацией какие-то проблемы. Ну, вдруг, если кто-то первый раз на канале, я быстренько введу в курс дела. Когда мы участок покупали, узнавали в водоканале, просто узнавали без технических условий, приезжали к ним в офис, можно ли будет здесь к участку провести централизованную канализацию. Нам быстренько посчитали, сказали, можно, тут всего 4 метра по 13 тысяч рублей. Мы счастливы и довольны, как-то сразу и думали, что будем делать централизованную. Потом оказалось, что сделать ее нельзя, потому что они правильно там посчитали. И не 4 метра, а 40, и это будет стоить почти 700 тысяч рублей. После этого мы здесь, было у меня уже видео раньше, приезжали, думали сделать автономную канализацию, Эколос, по-моему, которая как септик, но только бактерии вырабатываются другим способом и не требуют каких-то специальных препаратов для выращивания этих бактерий. В общем, как бы перерабатывается. Мы здесь уже обсуждали все это, думали, как сделать, но тоже, в общем, подумали, еще проконсультировались с человеком, который ранее устанавливал все эти канализации, и посмотрели много видео. В общем, пришли мы к такому мнению, что все-таки лучше всего это просто шамбо. Нет, ну, лучше всего централизованное. Если мы берем что-то автономное, не централизованное, то это будет лучше шамбо. Хоть это заморочить в плане, что придется нам вывозить, я так понимаю, раз в месяц, наверное, пока не знаю. Стоит это, я так понимаю, 1500-2000 рублей. Но в отличие от септика, туда можно будет использовать любые средства. В септике же там, ну, специальные для бактерий какие-то нужны, которые их не убьют. Плюс, если вот этот Эколос, там тоже очень много разных, ну как много, в общем, там есть какой-то насос, в общем, что-то может сломаться. Здесь сломаться нечего, здесь просто все сливаешь в это шамбо и выкачиваешь. Так, сейчас, значит, нам нужен приехать человек, который установщик, собственно, этого шамбо. Как мы поняли ранее, ну сейчас мы еще с ним поговорим. Сейчас, что я тут думаю, как мы поняли ранее, вот здесь где-то будет располагаться в передней части, и труба будет выведена. А, кстати, вот, давайте сразу покажу. Вот он, вывод канализации у нас здесь. Где-то здесь получается дальше труба. Где-то здесь шамбо закапывается. 10 кубов металлическая. И дальше идет еще труба. И будет она выходить вот здесь, за забором. В таком случае сможет эта машина приехать в любое время, когда мы закажем, и сама все откачать. Об этом, кстати, дом. Что-то я сегодня начала не с того.
забыла вам показать дом. Вот такой он. Надо откачку уже за забор выводить. Да, да. Ну, хотелось бы. Да. Не зависели от многих неприятных обстоятельств. В принципе, никаких сложностей нету. Мы ее только вот здесь мы поставим, не в углу, ну, а здесь. То есть сама емкость здесь будет? Расстояние отрежет. Да, 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 расстояние, потому что метра полтора-два уберется сразу. Так и что, здесь на нем нельзя будет что-то ставить? Все можно. А, все можно? Все можно, да. Если просто, ну вот смотрите, если расстояние было бы до бочки метров 12, то тогда уже бы пришлось эту трассу делить, поставить где-то, допустим, в том месте саму бочку, а потом вакуумной откачкой везти на улицу. Ну, это и подороже. Ну, здесь у вас ничего критичного нет. А что ты еще хотел спросить? Стандартный вариант. Да. А, вот, а там получается же, ну, не будет никаких индикаций, а как понимать, что пора откачивать? А у вас скважина будет или есть? Уже? Есть. А вы счетчик в дом заведите, куда вот труба зайдет в дом, счетчик поставьте сразу и учет. Холодной воды сколько в дом пришло, столько примерно и ушло. Никаких не надо, 1000 рублей. Хитро. И все хорошо. Ну, многие не хотят ставить счетчики там. Ну, да. Палками там проверяют, там камушки кидают. Ну, электронику ставят, это очень трудоемко и дорого. Есть там умельцы, которые всякие там какие-то поплавки делают. Там, да нет, в смысле там... нет. А сколько метров будет над ним? Метр 80. А ну, закапывается, бочки. Получается, на какую? На 3 метра? 3,5. 3,5, сама бочка. 1,75 м. Ну, над бочкой 1,80 м. Кубов, да? В принципе, в понедельник можем его поставить. Ну, давайте. У нас, потому что там на других участках то одно, то другое, там, и у Сан Саныча там вагончик стоит. И... Опор будет между опорой и будкой, да, трансформаторной, правильно? Ну, ну да, вот ровно по границе вот этой ливневки. Не, ну не ровно по границе, нет, ты ровно не сделаешь. От столбика до, ну, от столбика проема этого. Грубо говоря, да. До трансформатора. Там все видно будет, где эта труба выходит, где траншеи, все эти моменты. От забора 70 сантиметров отступаем, так что там никак ни сваи, ничего. Да вам болтаться на месяц хватит. Троим 10 кубов, в принципе, на месяц хватает. Некоторым четверым. Да, мы думали автономно эту. А зимой-то некуда сливать. Ну вот сюда, в канавку. Тут же река и... Да. Ну, в общем, мы думали, да. Ну, в общем, выбор наш остановился все-таки на Шамбо. А там же оно все равно, с нее желтая вода же сбрасывается. Вон эти улицы взять, там, Бессарабскую, всякий вот, может быть, этот район. Вот с Бойко-Павлова вниз, когда спускаетесь, и вот там направо есть эти тоже частные сектора, вот если ехать к правобережной улице, там вот, они такие все крутые в подъемах. И понаставили эти топы, вот эти вот все, кто что понаставил, и сливают радостные на улице, а зимой там вообще кошмар, там ледяные горки, туда невозможно забраться, желтые вот эти, прям все улицы. Ну, мы когда специалистом встречались, он нам сказал, что там очищение прям полностью, да, до технической воды, там, ну, вот так оно. И летом, конечно, там может быть она и видно, что как, ну, как полупрозрачная такая течет. А зимой оно по факту совсем по-другому. Там, ну, как бы конструктивный принцип не может идти. Нет, конечно. Там нету ни... Там, ладно, я понимаю, там всего 4 секции. Оно все это кислородом просто перерабатывается, перемалывается там. Но там есть единственный ивоотстойник. А это же неполноценные очистные, где там и бактерии живут там. Ну, у них, конечно, есть тоже, где живут бактерии там. Но... Да, это так подумалось, что это... Все там, все кислородом, конечно, это обрабатывается, поэтому... Здесь вроде все просто, понятно. Здесь, да, попроще. В общем, что нам сказал специалист по Шамбо, что вот эти очистные автономные, которые нам говорили 90% там, сколько там, 99% очищают, это все неправда. И типа летом еще более-менее, а зимой желтые реки текут. Там, где стоят эти автономные канализации, типа той, которую мы хотели поставить. И, в общем, поэтому наш выбор
попал так. Еще он сказал, кстати, можно какой-то, я так и не поняла, что за летний водопровод, чтобы летом душ стекал в нашу речку. Кто так вообще делает? Блин, так походу люди и делают. Наверное, у соседей наших, наверное, так же. А, еще сказали, сегодня у нас что, суббота? А, сказал, что все в понедельник они уже сделают, потому что что-то на других участках там люди заболели или что-то такое. В общем, на других участках пока неудобно делать, поэтому нам в понедельник уже сделают. Посмотрите, что нас сегодня тут ждало. Привезли нашу шампову. Она еще такая, как будто свежевыкрашенная. Она или оно? Оно, наверное. Оно. Свежевыкрашенная. Блестящая. Красота. Здесь 10 кубов. И пока не представляю, сколько это. Нам сказали, что на двоих это прям месяц вообще можно плескаться, воду не выключать. Ну ладно, так образно. Ну, в общем, намного. На месяц как минимум хватит. Там на троих это месяц стандартно. Ну, там на четверых чуть поменьше уже. Вот так выглядит. Так. Вот. Вот так выглядит. Сейчас сниму, потому что завтра его уже будут закапывать, скорее всего, с утра. Не за один день все сделают. И я, наверное, уже не успею просто посмотреть, как это будет выглядеть. Ну, покажу вот так. В общем, на этом месте, собственно, где сейчас стоит, может, чуть-чуть дальше туда, оно там и будет закопано. И вот здесь будет выходить труба для вот этой машины сливательной. А, и по забору. Мы что, приехали? Все, мы договорились по забору, но, к сожалению, какие-то очереди сейчас. И нас записали аж через 3 недели только. Ну, мы, которые нашли человека, не знаю, организацию у него, человек, они просто делали знакомым нашим друзьям. Собственно, друзья нам его посоветовали. Ну, мы у них спросили. И плюс из всех цен, что мы спрашивали, у него дешевле всего вышло. Там мы узнавали вообще во многих. Вышло это, ну, вышло. Стоит это 4000 за метр. Здесь у нас получилось без ворот 17 метров. И плюс еще ворота и калитка. Получилось все вместе за общую длину 22 метра. С воротами и калиткой 168 тысяч. Вот такие цены. Вот 4000 за метр. Это сейчас самое дешевое, что дошла. Тенисы были от 4500. Но это крашеная с одной стороны. И крашеная, там еще цвет можно выбрать. Я выбрала такой же, как у нас на крыше. Красное вино. Так, экстренно сейчас подключаюсь. Сейчас мы, значит, занимаемся электричеством. Ну вот что я увидела здесь. Смотрите, мне зарывают шамбо. Вот здесь его зарыли. Вот труба для вывода. И уезжает. Так, все, обсудили мы свои проекты. Проект очень много чего нужно в этом электричестве править. Мы тогда целый час просидели с дизайнером, и сейчас еще сколько? Еще 40-35 минут. В общем, смотрите, что у нас по шамбо. Ой, рука моя. Вот здесь, получается, он зарыт, и будет вывод. Я так понимаю, вот здесь пройдет граница. Забор пройдет, и машина будет просто туда подъезжать и здесь все высасывать. Оно здесь открывается. О, да. Вот так это выглядит. Все, красота.